теперь я уже быстрее работаю. Раз коснулся, смотрите. И вот как затвор одевается. Если даже захлопнулся затвор. Все попадаются вот на этом движении. Посмотрите. Правильно? Потому что они не делают вот этого. Ну правильно? Но стол же не всегда будет, согласитесь. Стол не всегда будет. Значит, я как работаю? Раз подвезли, посмотрите. Раз затвор снял, могу пружину тут же снять сразу. Потом одеваю здесь. Понятно, да? Теперь то же самое с проверкой патронов. Значит, я достал в магазин. Сейчас продавцу. Сразу поставил свою задержку. Раз, два. Вот примерно так. Значит, еще раз объясняю, на чем все попадаются. Вот именно на диване затвора. Посмотрите внимательно. Вы нарушаете последовательность. Берете и начинаете вот так вот его как-то заводить. Интересно. Я как делаю? Посмотрите. Очень медленно. Я сделал три движения в одном. Надо же не глядя работать, правильно? Значит, что еще? Какие вопросы? Вот это разборка, сборка. Теперь разборка, сборка. Когда есть патрон в патроннике. Понятно? Значит, я снял, патрон сразу кладу сюда и старайтесь затвор класть не так, а вот на эту часть, понятно? Значит, я снимаю пружинку, это культурно будем делать, патрончик убираем в сторону, поставим, все, это еще один из видов. Дальше, теперь я уже работаю не торопясь, чтобы не одеть, естественно, вот этой частью. Я раз, накрутил, здесь снял. Видите, как затвор? Он должен этой частью, то есть, как бы, вот этой, быть ко мне. Почему? Если я его сейчас возьму вот так вот, да, в принципе, смотрите. Видите, у меня покрытие, чем все такое. Я раз, патрон загнул. Лишних движений практически стараюсь не делать. Вот это все можно сейчас сразу быстрее сделать. Понятно, да? Почему всегда старайтесь? И еще, вот когда мы работаем, вот это два патрона. Потом вытащил. Но там же есть патрон, я его убрал и тут же предохранителем. Потому что, если мы прочитаем наставление, предохранитель служит для безопасного обращения с оружием, правильно? Ежели я после вот этого движения нажал на спуск и получился у меня щелчок, значит, я предохранителем-то не пользовался, правильно? Для чего мы это делаем? Потому что в зоопарке человек, ты стреляв 3-4 патрона, а ведь там в магазине-то еще есть и патрон в патроннике. Вместо того, чтобы оружие быстро и начать там досмотр или еще что-нибудь, он начинает вытаскивать магазин трясущимися руками, потом, а пистолет-то уже как бы имеет патрон в патроннике сейчас после выстрела, и подсознательно он нажимает на спуск. И были случаи, что вместо того, чтобы воткнуть предохранитель и сразу убрать, начать работать, нажимал спуск, и рядом товарищ бам, и завалился. Значит, теперь мы должны... Все сбалансировано. Ну все, спасибо за внимание. После обеда можно там встретиться или что у нас получается. Ну после обеда в теле, да, практическое занятие. Ну что, говори. Да ты с той стороны закрывай. Все, держи двери теперь нахуй. Значит, сейчас я маленькую речь выправлю, хорошо, потому что ведь не выспался. Значит, правило обучения как бы стрелка начинается с правил безопасного обращения с оружием и материально-технической части. Это все идет в совокупности. Значит, посмотрите внимательно. Существует правило трех нет. В этом я уже говорил. Это значит, не направляй оружие, не оставляй оружие. Блин, запутался. Подрихтуем. Не досылай. Не направляй, не оставляй. Вот это основные правила. Значит, сейчас мы поработаем разборку-сборку оружия. Значит, первые несколько раз мы работаем медленно. Магазин у нас, будем считать, что
Посмотрите внимательно. Я стараюсь работать так, чтобы у меня не было лишних движений. Если у меня получается лишнее движение, даже вот на взятие пистолета, кто берет одной рукой, у него пистолет проезжает маленечко сюда. Значит, я беру раз, в раз делаю это движение, снимаю, положил. Патронник пока не проверяю, потому что это учебное. От себя скрутил, положил. Потом раздвинул, взял. Все. Это как бы такая спортивная разборка без проверки патронника. Теперь я делаю то же самое, но быстрее. Еще раз то же самое, но уже стараемся работать четче. Теперь я делаю то же самое, но с проверкой патронника. Взял, снял, проверил. Теперь там есть патрон. При наличии патрона. Я могу об этом знать, могу не знать. Посмотрите, я взял пистолет под 45 градусов. Снял с предохранителя. Патрон закусил. Вот мы пихнули первого. Сейчас работаем с патроном в патроннике. Мы можем знать об этом, можем не знать. Пока работаем на столе. Сейчас. Вот у меня сейчас там патрон. Значит, посмотрите внимательно. Я снял с предохранителя, поставил на затвор задержку. Патрон выскочил. Раз, два. И после этого я делаю также разборку. Для этого существует еще одно упражнение. Я просто несколько раз его сделаю. Посмотрите. Я взял, снял, загнал патрон, патронник поставил на предохранитель. Загнался. Это сотрем. Так, теперь мы разбираем пистолет на весу. Посмотрите внимательно. Первый раз медленно, второй раз быстрее. Раз, снял. Раз, снял. Раз. Пружинку скрутил, посмотрел, все нормально. Пружиночку раз назад. Зарядил. Теперь быстрее. А, кстати, чтобы сделать еще быстрее, вы на секунду прервитесь, да? Угу. Вытащил, снял пружинку, все не глядя. И несколько раз, давайте сейчас погоняем в полную несколько видов разборки. Значит, вот так. Еще раз. Перерыв. Есть какие-то нюансы, на которые можно... При разборке пистолета. Человек сначала тянет магазин, потом предохранитель. Мы же делаем все в раз. Посмотрите внимательно. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот такое вот упражнение. Посмотрите внимательно. На нем надо поработать подольше. Значит, это я работаю не глядя. И снимаю не глядя.
раз объясняю. Мы сейчас делаем упражнение, называется как бы одевание затвора. Это то упражнение, на котором все попадаются. Посмотрите внимательно. Вот я повел затвор. Я его как бы сверху только захлопнул. Еще раз обращаю ваше внимание, так как мы работаем медленно. Я раз, затвор захлопнулся. И видите, также я его снял. А теперь еще раз. Раз, два, три. И снял, если надо. Я беру затвор так, чем ближе руки вот в этом месте к телу, тем удобнее работать. На вытянутых руках работать крайне неудобно. Хотя тоже можно. Вот. Еще одно упражнение, посмотрите внимательно, которое мы должны делать. Вот два магазина. Раз, вытащил. Раз, вытащил. Раз, вытащил. Раз, вытащил. Раз, вытащил. Как производится зарядка магазина? Чтобы быстрее заряжать, некоторые пытаются оттянуть зуб. Не получается, тут неудобно получается. Смотрите, вот у меня первый патрон заходит легко. Раз, второй, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И мне одинаково практически, что у меня первый патрон заходит, ну первый чуть полегче, что последний. Видите? Раз. Еще раз, смотрите. Раз. Только в момент нажимания на магазин, я сразу раз патрон туда. Только нажал, раз патрон туда. Только нажал, раз патрон. Смотрите. Процесс заряжения следующим образом. Я взял магазин в такое положение. Вот такое положение. И первый патрон у меня входит очень легко. Раз. Чтобы воткнуть быстрее. Следующий патрон, смотрите, что получится. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И мне одинаково. С одинаковым усилием входят почти все патроны. Еще раз смотрите. Перетасовали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть, а все попадаются на последнем патроне. Почему? Потому что он туго заходит, и все начинают. Вот так вот, журка здесь. А здесь не получается. Достаточно, вот смотрите, чуть-чуть сюда давануть, смотрите. И патрон уже там.